Юрий Павлович, вот у вас было перед этим матчем на 2 дня больше на восстановление по сравнению с «Зенитом», но тем не менее во втором тайме «Зенит» большую часть физически смотрелся получше. С чем это связано, на ваш взгляд? У «Зенита» было агрессии больше, особенно атакующие действия. Мы проиграли много единоборств. Я бы не сказал, чтобы мы в физическом плане уступали «Зениту», если в общем взять. Хотя здесь нужно посмотреть статистику, кто какой объем работы сделал, кто больше скоростных проявлений. Ну, на мой взгляд, «Зенит» был просто более агрессивен. В единоборствах, и особенно «Дзюба». «Дзюба», конечно, выиграл практически в острых ситуациях все мячи, которые были нерешенные. После игры в Стамбуле вы сказали, что команда играет все лучше и лучше. Вы по-прежнему так считаете? Скажите, пожалуйста. Я по-прежнему так считаю, что мы определенные отрезки играем достаточно хорошо. Но есть отрезки, которые мы выпадаем из игры, и в этот период мы проигрываем матч. Юрий Павлович, всегда рады вас видеть в Петербурге. Скажите, а можно так образно сравнивать, например, с профессиональным боксом, сказать, что сегодня чемпионский пояс вы передали «Зениту»? Сегодня еще 8-й тур. Передавать будем в мае месяце, а до этого еще очень много игр. По-моему, в этот период «Зенит» был впереди нас в прошлом году, тоже на много очков. Вы сказали, что не все получается, но сохранен костяк прошлогодний, плюс новые игроки. Вот есть ли у вас объяснение, почему пока не клеится игра, чего не хватает? Я думаю, что чего не хватает, я думаю, тот период после чемпионского года, на мой взгляд, было много факторов, которые мы при подготовке к новому сезону неправильно учли или не учли их. Поэтому так тяжело мы входим, и достаточно сложно дается игра. Есть определенный дисбаланс. Но это часто так бывает. После успеха нужна трезвая голова, нужно больше работать и так далее. Вот и все. Довольны ли игрой Федора Смолова? Есть ли у него прогресс, на ваш взгляд? Ну, довольным быть я должен командой. Командой я недоволен, потому что мы проиграли. Я думаю, что у него еще есть резерв для того, чтобы принести большую пользу для «Локомотива». Игра не очень ладится, не клеится. Скажите, пожалуйста, вы планируете продолжать работу с командой? В обязательном порядке. В обязательном порядке.